Некоторые россияне, в том числе и тюменцы, вынуждены корректировать свои планы на лето. С 8 июля приостановлены прямые перелеты в Грузию. Между тем, есть мнение, что отпуск в Закавказье может заменить Центральная Азия. Почему, узнаем у нашего корреспондента Светланы Зориной, которую мы приветствуем. Света, здравствуй. Скажи, возможен ли такой поворот событий? Иван, здравствуй. Конечно, такое может случиться. Тем более в Казахстане начали развивать именно пляжный туризм. Но об этом немного позже. А пока о Грузии. Последние годы это было действительно очень популярное направление у туристов. Пассажирам пообещали вернуть в полном объеме потраченные на билеты средства. После 8 июля добраться туда можно будет только на стыковочных рейсах. Есть, конечно, какое-то количество аннуляций. Кто-то готов перебронироваться на другие билеты. То есть дать билеты и улететь другими рейсами. Но таких туристов немного, и если отменять отпуск из-за внешних обстоятельств турист все-таки не хочет, туроператоры предлагают рассмотреть другие направления. В основном, конечно, это Абхазия, Армения, если говорить о ближнем зарубежье. Но сейчас турпоток готов на себя принять и Казахстан. В этой республике отрасль и так активно развивается в последние годы. Интересная история, архитектура, природа. Отличие от Грузии, нет Черного моря. Но власти Казахстана активно взялись за инфраструктуру Каспийского берега. Есть санатория, отели, город Актау для тех, кто предпочитает именно пляжный отдых. Тем более тюменцами соседний Казахстан и так давно любим. Буквально вчера приехал с Казахстана, и вот на границе чувствуется прям такой поток очень серьезный. Очереди многокилометровые, как раз вот наши тюменские номера, наши северяне, соседи, ямальцы, с Ханты-Мансийского автономного округа. Очень много семей, с семьями едут отдыхать в Казахстан. Вот и курорты, конечно, в первую очередь это Боровое, Бурабай, Астана, ну и дальше там Балхаш, Алма-Ата. А теперь о более далеких направлениях. Турстат приводит любопытные исследования. У россиян среди пляжных направлений по-прежнему популярен турецкий берег. Поток туристов с начала года вырос почти в два раза. Количество выезжающих в Таиланд практически не изменилось. А вот Куба подросла. Если обратиться к странам Евросоюза с их историей, сервисом и архитектурой, то туда наши соотечественники стали ездить реже. Кусается курс евро. В зоне Шенгена самые популярные страны – Италия и Испания. Предпочтение другой категории туристов, выбирающей горнолыжное направление, не изменились. Швейцария, Австрия и Болгария. Вернемся в Тюмень. На выбор наших туристов влияет еще и то, что не со всеми странами есть прямое авиасообщение. Тем не менее, лидер остался неизменен. Самое востребованное направление – это, конечно же, Турция. Хит продаж. Около 75% наших туристов приобретают путевки в Турцию. Благодаря тому, что нет визы, система все включено, и недолгий перелет – около 5 часов. На втором месте по продажам, наверное, это несколько стран – это Кипр и Болгария. Кстати, стоит вспомнить, что непродолжительное время Турция тоже была для россиян закрыта. До сих пор под запретом для наших туристов Египет, теперь Грузия. Мы поинтересовались у экспертов, а влияют ли эти внешние факторы на внутренний туризм? Да, это повышает, но в первую очередь растет туристический поток в наше направление, которое у нас есть, где покупаться. То есть это вот все-таки туда больше приоритет. Но туристы начали пересматривать и все-таки переориентироваться еще и на внутренний туризм, попутешествовать по России. Потому что мы понимаем, что у нас очень богато, и мы очень ресурсы с точки зрения бальнеологии. Это воды нашей лечебницы, да, это наши горячие источники. И в принципе сейчас нам это как раз позволяет еще выйти на другой уровень, потому что это круглогодично. Круглогодично и относительно недорого. Вообще надо отметить, что турпоток в Тюменскую область в последние годы значительно вырос. Буквально за 3 года нам удалось вырваться в списке привлекательных для туризма регионов с 52-го места сразу на 7-е. И специалисты продолжают изобретать что-то новое. На день оленевода уже на сегодняшний день на Ямал приезжает несколько тысяч иностранцев. И встает вопрос, а почему бы этим иностранцам не предложить, да, спуститься с севера в более теплую Сибирь к нам и показать еще историческую составляющую. Поэтому межрегиональные маршруты на сегодняшний день должны стать одним из таких еще одних этапов развития. Подводя итог, несмотря на запреты, выбор у тюменцев, где провести отпуск, большой. И даже не выезжая из региона, можно хорошо отдохнуть. Иван? Спасибо большое, Света. О туристических тенденциях этого лета рассказал наш корреспондент Светлана Зорина.